Итак, первый вопрос на сегодняшний день. Почему Али назвал своих детей именами трех первых халифов? Давайте сначала разберемся в связи с тем вопросом, вообще в связи с чем задается данный вопрос. Вообще, почему задается данный вопрос? В чем вообще актуальность данного вопроса? Совершенно очевидно, и на практике я не раз с этим сталкивался, что данный факт для некоторых людей является поводом для того, чтобы считать, что шиитское учение в корне неверное. Почему? Потому что шиитское учение утверждает о том, что Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, должен был быть, то есть являлся преемником посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, и должен был быть халифом, занять после него пост лидера и правителя мусульман. И этого не произошло. Люди, которые пришли после посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, к власти, они угнетали мусульман, и, естественно, они не по праву заняли этот пост. Естественно, это должно было бы быть фактором некой вражды между Али ибн Аби Талибом, алейхиссалату вассалам, и этими людьми, которые пришли к власти. Но они говорят, смотрите, Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, назвал своих детей в честь этих первых трех халифов. А значит, между ими не было никаких недопониманий, никаких разногласий. А наоборот, была любовь, была дружба. Если бы Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, не испытывал бы симпатии к этим первым трем халифам, если бы он не был бы для них другом, то не назвал бы своих детей в честь этих людей. И для них это рассуждение является совершенно логичным и совершенно очевидным. Но давайте поговорим о том, настолько ли это на самом деле очевидно и логично. Можем ли мы подобными способами и подобными размышлениями прийти к какому-то верному выводу и к какому-то верному решению? Обратите внимание, есть определенные предпосылки в размышлении человека, в его мыслительном процессе, которые приводят и имеют определенные, несомненные следствия, выводы, результаты. Например, когда вы говорите, что у президента России Владимира Путина рост 1,70 м, а у бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы рост 1,78 м, то из этих предпосылок мы можем сделать совершенно ясный, очевидный и несомненный вывод, что Обама выше ростом Путина. Или же другой пример. Когда вы говорите, что каждый угол прямоугольника равен 90 градусам, и наряду с этим утверждаете, что каждый из углов треугольника равен 60 градусам, и что у треугольника три угла, то мы из этого также можем сделать совершенно очевидный и двусмысленный вывод о том, что два угла прямоугольника равны трем углам треугольника. Это ясный, двусмысленный, неопровержимый вывод, который истекает из этих предпосылок, которые мы ранее озвучили. Но можем ли мы подобный вывод сделать, когда мы слышим, что сыновей Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам, звали так же, как и первых трех халифов? Можем ли мы из этого сделать вывод, что у Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам, были хорошие отношения, дружеские отношения с первыми тремя халифами, и что он именно в их честь назвал своих детей? Можем мы такой вывод сделать или нет? Конечно же, нет. Из этого предпосылка эти выводы не следуют, они навязаны. Нам навязывают этот вывод. Это неестественный вывод из этой предпосылки. То есть они нам навязывают,
что если какой-то американец назовет своего сына Джорджем, то он симпатизирует, он является другом Буша-младшего. Они нам навязывают, что если кто-то назвал своего сына каким-то именем, то он назвал его в честь какого-то определенного человека непременно. Но это не очевидные выводы. Это выводы навязанные. Это выводы, которые не следуют, не исходят из этих предпосылок. Поэтому, в принципе, это нелогично. Мы можем здесь предположить множество случаев, предположить множество вариантов того, почему сыновей Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, зовут так или иначе. Мы можем предположить, что у Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, были другие друзья, например, с такими же именами, и он назвал своих сыновей в их честь, а не в честь этих людей. Например, можем? Можем. Может такое быть? Может. Или, в принципе, эти имена нравились Али ибн Абу Талибу, алейхиссалату вассалам. Он не называл в честь конкретно этих людей, просто эти имена нравились, и эти имена были распространены. Можем так подобное предположение сделать? Это возможно? Возможно. Так почему же мы конкретно этот вывод делаем? Почему мы навязываем этот вывод? И тем более, вот такими слабыми предпосылками, такими слабыми умозаключениями пытаемся опровергнуть на неопровержимые доводы, которые имеются у нас на руках. Например, в Сахих аль-Бухари, и мы неоднократно этот хадис приводили, в Сахих аль-Бухари от Умара ибн аль-Хаттаба передается, это достовернейший сборник хадисов в суннитском учении, что от Умара ибн аль-Хаттаба передается, что Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, первого халифа и второго халифа считал, обратите внимание, и не только в Сахих аль-Бухари, и в Муслиме это предание передается, в Муслиме это предание под номером 1757. И в этом предании говорится: «Фараайтумаху кадибан асиман гадиран хаина», что вы считали, что ты, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, считал Абу Бакра и считаешь меня лжецом, грешником, вероломным человеком и предателем. Хаинан, кадибан, гадиран. То есть в Сахих аль-Бухари передается предание о том, что Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, считал первых двух халифов, обратите внимание, следующими качествами их описывал: лжецами, грешниками, вероломными людьми и предателями. У нас есть такие очевидные, недвусмысленные тексты, которые принимаются всеми мусульманами без исключения. И в первую очередь принимаются в суннитском учении. И имея подобные ясные, недвусмысленные доводы, зачем же нам цепляться за какие-то слабые, непонятные какие-то доводы и доказательства, вроде ранее упомянутого, вышеупомянутого, что сыновей Али ибн Абу Талиба звали Абу-Бакр, Умар и Осман. Значит, у Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, была симпатия к первым трем халифам. Это слабое доказательство, это слабое умозаключение, это навязанное, насильно навязываемое нам умозаключение. И удовлетворить это умозаключение может только тех людей, которые просто ищут повод. Ищут повода для того, чтобы остаться в суннизме. Больше никого эти умозаключения удовлетворить не могут. Почему? Давайте объясним дальше. Почему же сыновей Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, звали таким образом? Во-первых, начнем с того, что в те времена эти имена не ассоциировались с этими людьми. Эти имена начали ассоциироваться с этими тремя халифами по истечению времени. Точно так же, как и Джордж на сегодняшний день не ассоциируется с Джорджем Бушем-младшим. Это просто обычное американское имя, не более того. И точно так же Умар, Осман,
в те времена были обычными именами, и они не ассоциировались с этими людьми, с этими первыми тремя халифами, и были довольно-таки распространенными. И даже более того, я вам скажу, эти имена были распространены среди и шиитов. Например, сподвижников, его святость имам Исаак, алейхиссалату вассалам, сподвижников, его святость имам Багир, алейхиссалату вассалам. Среди шиитов, отношение которых к этим людям было однозначной. Например, я приведу несколько примеров. Например, из подвижников имама Садыга, алейхиссалату вассалам, и имама Багира, алейхиссалату вассалам. Есть такие люди, как Абу-Бакр Хадрами, Абу-Бакр ибн Абу-Саммак, Абу-Бакр Айяш. Это сподвижники, известные сподвижники. Или Умар ибн Абдуллах Сакафи, Умар ибн Кейс, Умар ибн Маамар. Это тоже сподвижники имама Багира, алейхиссалату вассалам. Или Усман, Аама Басри, Усман Джабалява, Усман ибн Зияд, тоже из подвижников имама Багира, алейхиссалату вассалам. То есть мы видим, что эти имена были просто популярны. Эти имена были распространены, и в том числе и шииты называли своих детей именами этих людей. И даже более того, среди шиитов были такие имена, как Язид. То есть среди шиитов Язид – это не какая-то неоднозначная фигура. Среди шиитов Язид – это совершенно однозначная и понятная фигура. Человек, который причастен к убийству семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек, который причастен к убийству его святости имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Но среди сподвижников имама Саджада, алейхиссалату вассалам, Зейнуля Абидина, сына имама Хусейна, алейхиссалату вассалам, среди его сподвижников мы видим человека по имени Язид ибн Хатим. Или, например, среди сподвижников имама Садыга, алейхиссалату вассалам, мы наблюдаем человека по имени Шимр ибн Язид. Шимр – это тот, кто принимал непосредственное участие в убийстве имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Так почему же шииты называли своих детей именами этих убийц? Да потому что это были просто имена, они не ассоциировались с этими людьми. Ассоциироваться они стали по происшествию времени. А в то время эти люди, эти халифы, они были такими же людьми, как все остальные. И их имена были наряду со всеми именами всех остальных. Точно так же, как и на сегодняшний день, Джордж Буш – это такой же Джордж, как и все остальные Джорджи в Америке. Это, во-первых, обратите на это пристальное внимание. А теперь давайте отдельно разберем каждый из этих вопросов. Почему одного из сыновей его святости имама Али, алейхиссалату вассалам, звали Абу-Бакр? Начнем с того, что этого человека не звали Абу-Бакр, его звали Абдуллах. Абу-Бакр – это кунья. А что такое кунья? Давайте я вам объясню, что такое кунья. Когда у арабов такая традиция была и отчасти есть, такая традиция, когда человек вырастал, неприлично, неуважительно было называть его по имени. Например, назвали человека Османом, или назвали человека Абдур-Рахманом, или Абдуллой. Назвали человека Абдуллой. И по происшествию времени, когда он вырастает, например, ему становится 30 лет, или 35, или 40 лет, среди арабов считается неуважительным обращаться к нему по имени. И поэтому этим людям дают кунью. Кунья дается по разным причинам. Зачастую это по причине того, как зовут старшего сына этого араба. Например, у Абдуллы был сын по имени, например, Садик. Его будут называть Абу-Садиком. Но это не единственная причина, по которой дают человеку единственный фактор, по которому человеку дают кунью. Иногда у человека может произойти какое-то событие в его жизни, как, например, с Абу-Турабом. Да? Например, передается, так это или не так, это не важно, но передается, что Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, как-то спал в мечети на полу,
И в мечети на полу не было, естественно, как сегодня, ковров, был песок, просто обычная земля. И его лицо стало, например, пыльным. Его стали называть Абу-Турабом, отцом земли. Абу-Тураб, например. То есть по каким-то жизненным каким-то обстоятельствам, каким-то жизненным ситуациям тоже давали кунью. И сына его, светлости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, звали Абдулла. А уже потом его, то есть Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, назвал Абдуллой, Абдуллахом. И когда тот вырос, по тем или иным причинам, стал называться Абу-Бакра. Но уже будучи взрослым, да, он в 25-летнем возрасте, как передается, пал мучеником в Кербеле. Но вот к этим годам он уже имел эту куню Абу-Бакр. Но уже Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, на тот момент не было в этом мире. И поэтому Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, никак не причастен. Скорее всего, причастен причастно какое-то событие или какое-то обстоятельство, которое произошло в его жизни, из-за чего его стали называть Абу-Бакром. И даже в отношении первого халифа Абу-Бакр является куней, а не именем. Почему? Потому что имеется разногласие, как его конкретно звали, но так или иначе единогласны все, что Абу-Бакра не Абу-Бакр звали, что это его куния. Кто-то говорит, что его звали Абдул-Кяба, кто-то говорит, что его звали Атик, кто-то говорит, что его звали Абдулла, первого халифа. Но Абу-Бакр не было его именем, это была его кунья. Опять-таки, я напоминаю, кунья используется арабами для того, чтобы обратиться к человеку уважительно, чтобы не обращаться к нему по имени. То есть тот сам факт, что уже не обращается к человеку по имени, неважно, какая кунья, положительная или отрицательная, это уже было проявлением какого-то уважения. Это что касается Абу-Бакра. Что касается Умара. Да, у Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, был сын, который известен в истории как Умар. Но его, опять-таки, не звали как Умар. Его Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, назвал иначе. Как конкретно Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, назвал этого своего сына, нам неизвестно. Почему? Потому что в истории он сохранился как Умар. А кто так распорядился? Распорядился второй халиф. Второй халиф назвал его Умаром. Назвал его Умаром, и он был известен именно под этим именем, под тем именем, которым назвал его Омар ибн Хаттаб, второй халиф. Поэтому Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, своего сына Умаром не называл. И об этом пишется в книгах, например, Бель-Азури в своей книге «Ансабль Ашраф» во втором томе на странице 192 говорит: «Вакана Умар ибн Хаттаб сама Умара ибн Али би исмихи вахаба лаху гулама». Бель-Азури говорит, что Умар ибн Хаттаб назвал Умара ибн Али своим именем, то есть свою честь, и подарил ему слугу. Подарил слугу этому сыну Али ибн Абу Талиба. Когда подарил? Когда родился? Конечно же, нет, позже. То есть Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, назвал его одним именем, Умар ибн Хаттаб распорядился, чтобы его не звали этим именем, а звали Умаром. И он так и остался Умаром. Так и был известен как Умар. Теперь вы можете спросить, что, а как же Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, не воспротивился этому? Я вам скажу, давайте попробуйте в вашей стране, если ваш президент или если у вас в какой-то республике в Российской Федерации живете, ваш глава республики придет и вашего сына каким-то именем назовет, попробуйте что-то с этим поделать, для того, чтобы было понятно. А у Умара ибн Хаттаба такая привычка была. Отец называл своего сына одним именем, а Умар распоряжался, чтобы его называли другим именем. Распоряжение такое издавал. Например, Ибн Хаджар аль-Аскалани приводит историю о том, что в своей книге «Аль-Исаба» «Фи тамьиз ас-сахаба» на странице 23, том 5, приводит историю о том, что Ибрахим ибн Аль-Харис, Харис назвал своего сына Ибрахимом, а Умар распорядился, чтобы его назвали Абдур-Рахманом. И Ибн Хаджар пишет: «Кана абуху саммаху Ибрахим», что Харис назвал своего сына Ибрахимом, «фагайяра Умар исмаху
И Омар распорядился, чтобы его имя поменяли. Поменяли с Ибрагима на Абдур-Рахмана. Это 5 том, 23 страница книги Аль-Исаба. И в той же книге также Ибн Хаджар Аль-Аскалани пишет по поводу Аджда Ибн Малика, что Малик назвал своего сына Аджда, а Омар распорядился, чтобы его также назвали Абдур-Рахман. Или же, например, другой пример. Таких примеров немало, что когда Омар ибн Хаттаб распоряжался, чтобы имя того или иного человека было изменено. Ас-Сахари также в Аль-Ансаби пишет, что Саалаба ибн Саад ибн Муалла, он пишет, «Вакана исму ль-Муалла Саалаба», что его изначально называли Саалаба, это то имя, которое ему дали при рождении, «Фасамма Умар ибн Хаттаб аль-Муалла». Но Умар ибн Хаттаб изменил его имя, дал другое имя. То есть это была практика Умара ибн Хаттаба. Он вмешивался в эти вопросы тоже. Иногда издавал распоряжение, чтобы детей не называли, например, именами пророков. Он запрещал детей называть именами пророков. Например, именем его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он запрещал называть. В истории все это есть. И вот он, сына его светлости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, назвал в свою честь. Но Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, своего сына Умаром не назвал. Опять-таки, об этом пишет как Белазури в Ансабле Ашрафи, также и Дахаби, Шамсуддин Дахаби в Сиярул Аляме, 5 том, 69 страница. Он говорит, «Ва маулидуху фи айами Умар», что он родился, то есть Умар ибн Али родился во время правления Умара, «Фаумару саммаху би исмихи». И Умар распорядился, чтобы его назвали его именем, именем Умара. Это что касается Умара. И по поводу Усмана, сам Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, сказал об этом, что у Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, был друг по имени Усман ибн Мазун. Он был одним из мухаджиров в Эфиопию, одним из тех людей, которые возглавили переселение в Эфиопию мусульман. Был одним из самых первых мусульман. Он умер в Медине. И у него были очень хорошие отношения с Али ибн Абу Талибом, алейхиссалату вассалам. И Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, испытывал к нему очень теплые дружеские чувства и назвал своего сына в честь Усмана ибн Мазуна. И сам Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, недвусмысленно, однозначно об этом сказал. Это приводится в Макатуль Талибин. Абуль Фараджи Исфахани говорит, что «Ва Усман ибн Али, аллади рава ан Али, аннаху кала иннама саммейтуху бисми ахи Усман ибн Мазун». Что Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, изволил сказать, что я назвал этого своего сына именем своего брата и друга Усмана ибн Мазуна. Таким образом, мы видим, что, разбирая каждый в отдельности случай, мы видим, что ни один из этих людей не был назван Али ибн Абу Талибом, алейхиссалату вассалам, в честь первых трех халифов, дабы мы сделали вот этот ложный вывод, который пытаемся сделать.